С 1 июля введены пособия неполным семьям на детей школьников от 8 до 16 лет включительно и женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. По предварительным данным, в Ульяновской области выплаты смогут получить около 3000 беременных женщин и 11 тысяч родителей с детьми от 8 до 17 лет. «Утро с репортером» не могло обойти стороной и эту тему. Заявления все подаются на портале, как мы уже говорили, или в клиентских службах пенсионного фонда. Рассматривать их будет пенсионный фонд по принципам социального казначейства. То есть что такое социальное казначейство? Мама подает заявление, указывает там все сведения о себе, о семье, о своих детях. И всю остальную информацию собирает пенсионный фонд. О ее доходах, об ее имуществе. Мама больше ничего не делает. И есть отдельные случаи, когда... мама должна предоставить о себе дополнительный документ. Ну, допустим, документы личного хранения или документы, которые не может получить пенсионный фонд ниоткуда из государственной системы. В таком случае мы маме обязательно сообщим о недостающих документах по тому каналу, который она указала в своем заявлении. Она получит об этом извещение, предоставит дополнительный документ, и мы уже рассмотрим с учетом этих документов. Смотрите «Утро с репортером» каждый день с понедельника по пятницу с 6 до 8. С нами «Просыпается область».